Мы часто думаем, что все чудеса и знамения были в прошлом, но они совершаются постоянно и должны оставаться в памяти людей для нашего укрепления, утверждения в вере и надежде, что не оставлены мы промыслом Божьим на путях нашей земной жизни. Чудеса на дорогах войны. Многоскорбная русская доля. Вечный зов Бородинского поля. Чудеса на дорогах войны. Твои воды пречистой сыны, небеса, воспарившие души. Расскажу тебе, брат, ты послушай. Чудеса на дорогах войны. Издавна Святую Русь оберегали чудотворные иконы Божьей Матери, заступницы и молитвенницы за всех православных. Особенно сильно чувствовалась помощь Богородицы в решающих битвах. С помощью заступницы усердной были одержаны победы и под Москвой, и под Сталинградом, и под Кенигсбергом. Произошел прорыв ленинградской блокады. Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божьей Матери и обошли с нею крестным ходом вокруг блокадного Ленинграда. И город выстоял. В который раз подтвердились слова святителя Митрофана Воронежского о том, что город святого апостола Петра избран самой Божьей Матерью. И пока Казанская ее икона в городе и есть молящаяся, враг в него не войдет. Весь день шли яростные битвы, имел враг в силах перевес. Но были штурмы все отбиты, день будто выдался чудес. И были малыми потери среди измотанных солдат, а немцы рвались будто звери, день превращая в сущий ад. Атаки мчались их волнами, но вдруг откатывалась муть. Сражался, будто кто-то с нами, нам не давая утонуть. Мы вновь отбрасывали волны и даже гнали в контрудар, не замечая взрывы, стоны под действием неких смелых чар. Покрыли землю смертью трупы, когда к закату бой утих. Казались долгими минуты, как и на всех передовых. Вдруг, приподняв главу над валом, земляк мой замер, сам не свой. Забыл о главном, будто самым, рискуя глупо головой. И мне лепечет странно тихо. Там плачет женщина, смотри. У немцев музыка вдруг стихла. Все смотрят, кто там впереди. Все из окопов приподнялись, забыв, как будто про войну, так несказанно удивлялись, на поле битв узрев жену. Та шла в сгустившемся тумане и горько плакала навзрыд, над каждым опуская длани, как будто сын ей всяк убит. И скорбь ее сердца пронзала души до самой глубины и самых черствых заставляла прилив почувствовать вины. Была она так одинокой, войны безумной в тишине, душой чувствительной, высокой, по нашей мучаясь в вине. Была и ростом даже выше, и было видно по всему, как будто посланная свыше смягчить жестокую войну. И всем одеждой темной, длинной напоминала Бога Мать, да и душой ни в чем не винной лишь можно было так страдать. И вдруг она остановилась и обратила к нам свой взор, и в пояс кротко поклонилась, снимая с душ немой укор. И сразу сделалось светлее в душе от этого вдвойне. Так значит, Богу мы милее, и нам победу даст в войне. В
Великую Отечественную войну большинство граждан советской страны встретили без Бога в сердце. Таким был результат атеистической пропаганды. Но уже с первых дней великих сражений люди стали искать веры и надежды, заступничества и святого покровительства. Старики доставали сохраненные до времени старинные иконы, а комсомольцы-добровольцы шли на фронт с материнскими ладанками да напутственными молитвами. Матери, жены, сестры молились перед иконами на колени за своих близких. У Казанской Божией Матери тихо теплятся огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножью ставят с жаркой мольбой. Матерь, Дева, силой Божией, охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славой и от смерти их спаси. Вера возвращалась в сердца людей, и Матерь Божия не оставалась безучастной к людскому горю. Пресвятая Богородица, спаси нас!